тема перезагрузки, я еще хотела раскрыть ее, как ею, как инструментом пользоваться. То, что, смотрите, одно дело, когда человек упал, у него приступ там, или инсульт, или там, ну, все, что он там заработал, да, по своему сейчас уже несовершенству, это констатируем мы как факт. Просто, когда человек здоров, когда он предупреждает ситуации, когда он предупреждает нездоровье, когда он все предупреждает, все может быть абсолютно, и насморк, и там, но нужно найти причину, от чего это. Да, это, наверное, не просто. Где-то найти причину. Не всегда человек нарушает, он по невежеству он сделал вот это, неосознанно. Действие, которое мог бы предупредить, например, да, то есть. Ну, например, не находиться 2 месяца, спать и есть, в холодном помещении, и ничего бы не было бы. Не пить травы, которые не подходят, да, то есть. Ну, можно многое это, но когда это случилось, это уже тяжелее выправлять, понимаешь, да? Здесь, смотри, перезагрузка, само слово, оно касается именно, когда отключается человек. То есть отключение человека для того, чтобы убрать все-все-все из него, пережечь, называется, да? Потому что там большой, когда человек находится в перезагрузке, то есть он без сознания и находится именно в светлых реальностях, ему еще надо четко понимать, что он попадет именно туда. То свет пережигает все, и сознание переформатируется, как бы перезагрузка происходит. И тогда человек, у него 100% есть вероятность, что он останется жив. Останется жив и не будет инвалидом. Это, вот как он себя развил, до какой степени такое у него и произойдет. Как он развил себя и свою семью, такое у него и произойдет. И ему не страшно, что он отключился. Он наоборот, если сам не смог... Не хватило, несовершенен. Мощи не хватило, да? То есть работы не хватило в практике. Там же все одно связано с другим. То есть можно позволить себе быть больным, а можно позволить себе быть здоровым. Выбор всегда делает только человек или его сущность. А это внезапно может произойти? Конечно, внезапно. То есть ты можешь даже не ожидать, да? Ты не можешь ожидать, потому что там еще есть перезагрузка физическая, да? Есть духовная. Есть высокоразвитая. То есть она имеет уровневости. И в зависимости, куда человек, где он нарушил, он, если он не видит, где он нарушает, все, именно по поводу себя. Где он себя нагнул больше, да, значит, так. А, да, я все в семье, а с собой я потом. И вот это потом, это здесь... Это как вирус попадает в компьютер, да? Вот здесь то же самое. Как он только махнул на себя несколько раз рукой, все, особенно у высокоразвитых людей. Здесь же скорость другая. Он не имеет права с собой так обращаться. Представьте, какую тему мы сейчас затронули. Но у нас очень много, скажем, людей, которые интересуются нашим развитием. То есть они чувствуют через его. Через трансформацию можно начаться с перезагрузкой? Она частичная будет. Мы говорим о переключении сознания. То есть человек должен впасть в определенное состояние. Ну, в простонародье это называется такая, типа комы. Да? Такая, такая вот штука. Но это новые реальности. Это, и это будет скоро это все массово. Должны, это все должны пройти? Даже, это все. Даже ну, те, кто ну, развиваются, да? Да. То есть это только не... одни идут на смерть, а другие остаются здесь. Понимаете, да? Потому что несовершенство привело не к тому врачу, ну, к примеру. Вколол не те эти. Потому что подобное к подобному. То есть вы в неосознанном состоянии, скажем, в отключке, да, попадаете. Все, что у вас какой свет, к такому же врачу вы попадете. Вы понимаете, по закону случайности-то нет, все закономерно. Я понимаю, что это от этого волосы дыбом встают и кипит мозг. Но это будущее для человечества в 23-м году. Это массовое. И это не значит, что человек умирает. Это духовное перерождение. В принудительной форме. То есть кому-то будет казаться, что это смерть, да? А на самом деле это не смерть. А это не смерть.
Абсолютно верно. Не хотела говорить, но нам приходится. Почему? Предупреждать людей, чтобы во время вот этих новогодних праздников, чтобы они, когда едут на лыжах, да, угу. думали о том, осознанно смотрели свои действия. Да. Они бессознательно с трамплина летели, очнулся гипс. Понимаете? То да. есть нужно обучить себя сознательно находиться в минуте, в мгновении здесь и сейчас. Это очень важно. Включаю осознание в каждом мгновении, например, сегодняшнего дня. Как только да. ты проснулся, сразу говоришь, да, включая осознание и ответственность да, в да, каждом да. мгновении сегодняшнего дня быть этому. Да, и ценность жизни. И увеличиваю что... себе ценность жизни, да, да, опять же, в каждом мгновении сегодняшнего дня быть этому. Да. Вот даже вот такие уже фразы, это уже они поддерживают мощно. Человека. Вот даже сейчас сказал, уже ощутил, что это на самом деле так. Это на самом деле так. И чем развитее человек, тем он быстрее это все ощущает. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, если бы я тебе 3 года начала об этом говорить, я бы не понял, ты бы сказал, Светлана Владимировна, какая перезагрузка? О чем вы говорите? А я бы сказала бы, Максим, подожди, это уже не 12-й год и не 18-й. Это 23-й год. Mm-hmm. То, что нас ожидает в будущем. Я просто чуть-чуть опережаю события. Но это возьмите к сведению. Потому что у всех родные, у всех это. И если вы правильно сработаете угу. с собою и с родными, ваше ничего не случится. Угу. Вот как. Да. Поэтому очень важно, когда вы развиваетесь, и ваши домашние. Это просто необходимо уже. Это выживаемость на планете. Понимаете? Угу. Такая смертность, как сейчас... И как рассуждают, 45-летние уже считаются мужчинами, стариками. Я говорю, как это? 45-летние, да, это есть такая информация. Есть, есть, да. 45-летний мужчина, это еще юноша и жеребенок в расцвете сил. Угу. Чем тот, который... Ну, они считают, что обновление планеты идет за счет рождаемости детей. Ничего подобного. Дети приходят... к несовершенным родителям, значит, это дети несовершенные. Они не придут, да, у них повышенный IQ, да, у них открытый импринт. Но если родители несовершенные, социум, то они попадают опять куда? Они опять попадают в низкие реальности. Понимаете? Ну, то есть везде очередь получается. А 45-летние, те же мужчины, они передают дух, наоборот, 30-летним и тем поколением. Вы понимаете, что это эволюционные дела все? И я это открыто говорю в эфире, потому что здесь нет секретов и тайн. Угу. Мы так живем, понимаете? То есть очередь душ у всех практически на каждых планах и уровнях, да? Да, конечно. Большая очередь да. идет. Смещение идет душ сейчас. Угу. Почему? Я считаю, что тема перезагрузки – это очень серьезная подсказка для высокоразвитых людей. Это серьезная подсказка для здравомыслящих людей, которые не хотят раньше времени просто, знаете, как уйти. А попробуют через свое тело перейти огромные возможности с низких реальностей на более высокие. Угу. Вот я почему предупреждаю. И мы с тобой на этой программе должны предупредить. Поэтому техника, еще можно сказать, да? Абсолютно. Да. Техника очень простая, то есть это то же самое, как и переключение, да, то есть да, ты говоришь да, да. «стоп, замри», я перезагружаю, например, свои мысли, да, я да, перезагружаю да, да, свои предрассудки, предубеждения, качества. Свое сознание. Свое сознание можно даже, да. Ну вот, останавливаю поток низких мыслей. Да. Вот. Ну и почаще, естественно, задавайте вопрос, да, насколько сильно я переживаю за там, того или иного человека, за ту или иную ситуацию, ведь это и есть остановка, по сути, это получается. И есть остановка и усилитель. Именно этих ситуаций. Как только вы переживаете с кем-то ситуацию, вы усиливаете ее негативную сторону. Да. Понимаешь? Здесь да, нет да, создания. Да. Здесь усилитель работает. Самый простой рецепт – это просто полюбить. Вот, ну, на принять самом деле. Хотя принять хотя бы, да. Начнем с этого. Давай, это с любовью. Хорошо. Да. А вот обнуление – это то же самое или нет? Обнуление – это и есть перезагрузка? Стирание да, памяти, обнуление – это да, одно и да, то же? Да, да. Это перезагрузка определенного уровня.
Здесь я, о которой говорила, кто успел услышать, это уже более высокий уровень. Это, скажем так, продолжительность жизни. То есть разница, видишь, какая? Интересно. Да, это уже новое открытие. Вот. Но нам сейчас хотя бы освоить, да, все, что вы сострадаете с кем-то, с чем-то, вы это усиливаете и себя разрушаете, и мир в целом. То есть сострадание нужно поменять на, еще раз, на милосердие. То есть у вас милое сердце, оно никогда не позволит страдать. Почему? Через страдание переход на высокие уровни невозможен. Для этого вы будете постоянно не только перезагружаться, а вы будете постоянно в трансформациях. Это тоже нелицеприятно, между прочим. Когда можно сделать так, чтобы не, вообще никакие трансформации, перезагрузки, они нужны для смены реальности с минуса более плотной на более высокую, чтобы пройти продолжительность жизни. Поэтому они необходимы. Да. А здесь трансформация. Видите, какая разница пошла уже потихонечку. А трансформация – это набор разрушающих, деструктивных энергий и на человеке, на тонкой стороне. Светлана Владимировна, а можно ли включить какую-то такую щадящую, более гуманную перезагрузку через сон, Никак. Там, например? Никак. Никак, да. А не хватает, не хватает мощи. А, ну, то есть, в принципе, возможно. Ну, какой-то этап. Не хватает обнуления, да, я включаю обнуление, но вы должны четко понимать, если вы заявляете обнуление, у вас может стереться как минус, так и плюс. Стоп. Ну, тогда то есть нейтральное состояние, которое вам нужно обновить. А у вас маленькая форма энергии. Как вы это обновите? Только специалист может с более высоким потенциалом это сделать. Почему вы приходите на индивидуальные приемы? Это в самом прямом смысле перезагрузка. Только она еще для вас так не очевидна. Те люди, которые уже сегодня начали проходить ее на более высоких уровнях, они ее уже осознают и понимают. То есть они в ней участвуют. Только они не уходят через смерть. Они уходят через продолжительность жизни. Да. Да, очень такая, конечно, тема, очень тема глобальная, индивидуальная, скажем, да. Но пора вам уже привыкать к новым рубежам, и обязательно есть к чему расти. А вот выйти из-под контракта получается во время перезагрузки? Там нет. Не получается. А там мощи не хватит у человека. Я еще не встречала даже у своих последователей, которые могли бы вот так сделать. Еще нет. Они только на подготовке. Подготовка идет. Ну, значит, получится. Конечно, получится когда-нибудь. Мы говорим о том, что события 23-го года будут усугубляться. Только не из-за того, что там плохо кто-то делает, да? А только потому, что по-другому человечество не идет на эволюцию. Вот о чем. Переход – это и есть. Переход – это шанс. Понимаете? И если человек не осознает этого времени и не берет шанс, и начинает в прежнее впадать и разрушать себя, свою семью, мир в целом, то, естественно, духовных людей останавливают очень быстро. Ну и, то есть, может быть, даже такую рекомендацию, наверное, имеет смысл дать. Давай. Тем, кто развивается, имеет смысл поменять отношение вот к этой обязательно принудительной перезагрузке, которая происходит якобы с их вот непосредственными там родными, близкими людьми. Основная задача – просто поменять к этому отношение. То есть максимально, мгновенно постараться переключить в первую очередь себя. Вот это. Да, это самое потому важное. Что ваша реакция может усугубить эту перезагрузку с человеком еще сильнее. Потому что если вы начнете волноваться в этот момент, вы еще усилите, там, например, развитие болезни ребенка. Ну, к примеру. Вот это не учитывают тонкое... Тонкое сейчас все, понимаете, такое. Это и точно. Только говорят, да, откуда эта ситуация, откуда это? Я говорю, ребят, да это вы сами. Да нет, мы белые пушистые. Я говорю, да нет. Если вы белые пушистые, вы не позволили этому случиться и этому случиться. Потому что состояние довольствования вы просто не успели сделать. Вы не понимаете, что минус и плюс – это единое. Одно плавно перетекает в другое. Понимаете, о чем вообще разговор?
Да, ну и, наверное, может быть, все-таки еще какие-то пожелания на Новый год мы дадим сейчас. Но вот как людям действительно себя подготовить к этим праздничным дням? Точнее, даже не то, что как подготовить себя. Понятное дело, что у всех своя подготовка, да? Да. Вот, но тем не менее, как можно увеличить вот этот вот импульс, еще больше устремленность, чтобы появилось и желание действительно взять и изменить себя, создать улучшенную версию самого себя. Одно из таких, наверное, хороших, так хорошей работы считается это подведение итогов, да? Да, мы она будем на следующий давать импульс, да. И подведение итогов – это то, чем надо весь Новый год заниматься, потому что всегда желание исполняется. Но я вот, вы понимаете, да, что мы осваиваем большие рубежи. И для нас уже непонятно, что какой-то праздник может заменить праздник ежемгновенно. Понимаете? Угу. Нас уже это... Поэтому для нас каждое вот это мгновение – это и есть праздник. Конечно. Это и есть то чудо, когда мы сотворяем. Одно дело мы обучаем это непокорное тело, да, к этому привыкнуть. Поэтому для нас Новый год – это те же каникулы, как я говорю. Ну, наконец-то, хотя бы 3 дня можно писать в этот день. Mm. Да, то есть праздник это, конечно, это праздник. Очень, конечно. Но у каждого свой праздник. Кому-то надо выпить, наоборот, много, чтобы mm-hmm. потом был не праздник. Понимаете? А кому-то купить там... Сноуборд и да, отправиться и кататься здесь, в горы. Да. Здесь у каждого свое. Но что бы я могла пожелать всем людям, которые развиваются, которые все праздники, которые у вас есть, перевести в каждое мгновение. Дай-ка практику. Да, вот да. Действительно очень... Кстати, у нас такая даже передача была про праздники. Вот, да. И можно еще раз это да, повторить. То есть я с великой любовью и благодарностью включаю праздник на наивысшее благо для эволюции своей души в каждом мгновении быть этому. Ну, даже вот так вот. Да. Там, с утра встаешь, и праздник, просыпаешься. И еще одну практику. Да? Дело в том, что люди ждут чудес, хотя вообще не осознают и не признают, что эти чудеса у них внутри. Mm-hmm. Вот, понимаешь? Значит, тоже такую же практику я в каждом этом перевожу мгновение своей жизни в чудеса. Да. Конечно, они сначала не поверят себе, но у нас же в развитии вера занимает одно из ведущих мест. Но здесь вот как интересно, идет круг, да? Вот здесь благодарность, да? Mm-hmm. А вот здесь вот представь, круг идем, вот этот, проходим да, вот да. эту округу, и она вот так идет, и здесь вера. И смотри, с благодарности открываются, угу. идет тысяча чувств, и заканчивает вера. И здесь они соединяются воедино. Угу. Понимаешь? Вот это называется 1000 состояний, которые человек освоил. Вот. Какие состояния, можете посмотреть в наших книгах. Да, чтобы... Можно... Сейчас, секунду. Так вот, благодарность, как бы, какая бы вы думали, вот сколько бы я ни говорила о ней, да, ее мало кто испытывает. Благодарность от того, от открытия, кто я есть перед собой. Вот эта благодарность включает в себе все 1000 чувств. Смотри. Угу. Дойди. Все 1000 чувств. И... открывает веру человека в самого себя. Вот это чудо. Остальное – это придумки. А, кстати, можно даже запросто отследить. Давай. По изменению в своем внутреннем мире ты видишь, как меняются внешние декорации, как меняются люди в твоем присутствии. Вот, пожалуйста, тебе есть уже... Ну, дай практику, что при этом нужно проговаривать. Да, ну... Потому что нам кажется, что благодарность мы ее испытываем, а по факту нет. Если мы о ней не говорим. Ну, наверное, самое лучшее вот пожелание, да, и вот одно из созданий самому себе, это можно сделать, ощутить более 1000 высоких состояний, которые входят в состав Божественной Святой Любви. Вот, и я выражаю намерение ощутить эти состояния в 2023 году абсолютно... Зачем ощущать? Подождите. Ну, раскрыть их в себе. А, раскрыть, да. Да. Вот, и я желаю раскрыть в себе все эти более 1000 состояний, входящих в состав Божественной Раскрыть Святой и Любви. Увеличивать. Раскрыть и да. увеличивать, да, да, каждое мгновение, быть этому. Отличная практика. И когда вы поддерживаете себя так,
У вас это идет к действию. Вот это не понимают люди, которые у нас развиваются. Я им говорю, ребят, мы другие, чем тот мир. Значит, если вы озвучиваете вот так, значит, так это и будет. Вот и представьте. И пока у человека минус и плюс между собой не устаканиваются, конечно, такому человеку включить веру в себя очень сложно, да? Здесь почаще надо еще вот создавать. Вот, честно, да, как бы такой момент. Вот ты, например, едешь в машине, создаешь себе свободы места парковочное. Да. Вот, да, создаешь. Хотя бы 10 минут сначала. Давай точно эту практику. Да, то есть... Это слова просто. Вот в час 10 минут. Давай. Ну, вот да, одна из наших уже такая, так скажем... Утвердившихся. Да, утвердившихся практик. Это 10 минут каждый... То есть час практика, хотя бы. Практика 10 минут, да. То есть каждый час в течение 10 минут ты начинаешь... работать с собой. Во-первых, ты преобразовываешь все негативное, деструктивное, низкое, плотное, да, отклоняющее от вертикали. Все, что входит в твое пространство в виде деструктивных мыслей, слов, действий, состояний, качеств, поступков, предубеждений, предрассудков, ты все это берешь и преобразовываешь в высокую энергию любви, да, в божественную святую любовь. Вот. Преобразовал, и далее ты уже начинаешь увеличивать. То есть увеличивая себе способность любить, увеличивая себе способность благодарить, да, увеличивая себе высокие состояния. Ну и полностью начинаешь себя подбадривать. И в этот момент, в течение 10 минут, ты следишь полностью за собой, за реакцией тела, там, следишь за своими мыслями, которые входят, да, в твое пространство. Да, 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 да. Полностью эти 10 минут ты посвящаешь себе, несмотря ни на что. То есть, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, с кем ты бы там ни общался, в этот момент ты полностью как бы находишься внутри, ну, внутри своего мира, да, своего внутреннего мира, так скажем. И при этом ты не, ну, не отдаляешься от Нет. твоих собеседников, ты с ними действительно в контакте находишься, но при этом ты просматриваешь полностью себя. Вот, и даже когда ты едешь, я опять же хочу просто вернуться к этому моменту, чтобы почаще создавать, да, именно вот по реализации, так скажем, по реализации твоих создаваний, ты сможешь точно проверить, насколько ты, ну, так скажем, продвигаешься, да, в своем, в своей устремленности. Вот. Создал себе, например, свободное парковочное место. И понаблюдай. Вот, допустим, если оно сразу не появилось, то через сколько оно появилось? Может быть, оно на следующий день появилось. Ну, хотя бы так, да. Но, по крайней мере, ты уже точно понимаешь. Да, вот да, уровень да. Механизм твоего вот это, создавания. Да, да, да. По времени. Механизм. Вера человека, она растет с энергией. Она, если вялотекущая энергия, вера будет слабая. Здесь оно не бывает так, чтобы энергии много, а вера будет слабая. Да. Нет, такого нет. То есть энергии много, вера высокая. То есть человек, вот такие вещи, да, угу. чудеса эти, якобы чудеса, для угу. нас это уже обыденный мир, вот, для многих. И, конечно, даже если что-то там не получилось, это может быть вообще не твоим. Угу. Вот человек хочет машину, например, да, какого-то там цвета, а у него не идет. Именно эта машина и не должна появиться, угу. а другая должна появиться. Угу. А человек лбом проникает и говорит, нет, мне надо, хочу эту машину. Угу. И в результате, особенно это касается камней, например, хочу бриллианты, хочу бриллианты. Угу. Ей покупают бриллианты, я этот бриллиант... Ну, совсем mm-hmm. имеет другое действие, mm-hmm. понимаете? Ну, здесь надо во всем разбираться. Во всем, в каждом случае, в каждом мгновении жизни, когда осознанный человек, он видит все, что ему опасно, и быстро маневрирует это. У него огромная мощь. А потом уже вот здесь, это уже, знаете, как Иванушка-дурачок, который лежит на печи, да, это высший пилотаж. А почему у него все исполнялось? Знаете почему? Ну, без привязок. Потому что... потому что он вообще ни к чему не был привязан. Или Форрест Гамп, uh-huh. да, вы знаете этот фильм. Он был, социум считал его дурачком, да, но он достиг абсолютно огромных результатов, да, в своей даже военной, там, финансовой. А только потому, что он ни к чему не был привязан. Поэтому искусство... жить без привязки угу. – это великая подготовка как раз к нашим перезагрузкам да. и нашим чудесам, понимаете? Истина. Потому что новые реальности, они радикально отличаются от прежних. Там нету… у человека, знаете, какое представление, ну, у трехмерного, что новое – это значит, все для него свершится.
Это огромный труд, чтобы запустить этот механизм чудодейственный, да, то есть, чтобы все вот так вот совершалось, он должен пройти все стадии подготовки. Нельзя без подготовки сказать, что я нахожусь в высоких реальностях, как сейчас интернет пестрит. Я говорю, ребята, вы даже близко туда, с такой частотностью низкой. Куда вы собрались, я не понимаю. Вам нужно пройти подготовку, чтобы не только тело трансформацию прошло и перезагрузки, чтобы сознание было, прежде всего, и душа, готовы к тем событиям, которые вы себе наметили. Великолепный эфир, наверное, да. Ну, мне кажется, самое лучшее, наверное, пожелание всем нашим слушателям – это увеличение божественной святой любви. Всегда, это великое во всем. Чудо. Да. Это великое чудо. И если вы на Новый год озвучите там не машину, не жениха, не здоровье, а, как правило, всегда, знаете, что озвучивают люди, всегда то, чего у них не хватает. А если озвучите увеличение божественной святой любви, это на самом деле чудо-подарок вам и вашим близким. Почему? А потому что оно решает все сферы. Главное – действовать в этом направлении. Да, до скорых встреч. С наступающим.